Ну, которая тебе вроде понравилась! Его нас съели! Вот, вы взяли, и вас спрашивают, включить модное освещение, вы говорите... А как, они нас обнимут, что ли, сейчас? Ева! Привет, крошки! И мы сегодня пришли в радужных друзей, чтобы проходить на самом легком моде, который вот я вам расскажу в самом конце, потому что там есть маленький такой лайфхак. Вот, а пока как мы будем проходить? А пока что мы будем проходить просто. Ну, спокойно прячась в коробке, вот, до одного момента. Я вам покажу, там есть прям, да, можно, в принципе, уже впрятаться в коробке. Хорошо. Там есть очень классный вариант. Я почти залезла. Не капец, там, ладно, короче, я не двигаюсь, ты меня двигаешь. Наезжание коробки. Я хотела покататься. Ага. Так, ну теперь я смотрю, стабильно утаскивают Лану. Так, ну сейчас ничего не меняется, как я вам уже и сказала, просто проходим пока что, не пугаемся, прячемся в коробке и так далее. Ага, я уже стрелочки этой синей испугалась, не ходите туда, куда я пошла. Слышно. Да. А мы сейчас очень быстро все соберем. Знаете, легкий мод в радужных друзьях — это когда вся команда тебе помогает. Да, это точно. Слушайте, ну у нас были, кстати, варианты такие видосов, когда мы собирали все, ну, нереально просто быстро. Ну, да вроде это чем дольше мы играем, тем быстрее все собирается. Ну да. Да я, честно говоря, даже когда одна играла, то очень быстро все собирала, потому что я уже знала, куда идти и где может что лежать. Ого, тут тоже два кубика. Ева, да мне кажется, что даже дело не в том... Извините, он прямо был вот передо мной, и иди туда, он вот там. Вот туда, там. Какой кошмар. Так я прям... Я вообще забыла, что есть и коробка. Я хотела сказать, что дело не в том, что мы знаем, где все лежит, а в том, что мы, когда что-то находим, мы несем это и кладем. А не как это делают некоторые, когда ты на общем сервере. Понимаешь? Ёжи, прячься! Ой, капец, очень страшно. А ты играл на общем сервере? Ну да. Ого. Ну там, конечно, капец. Кто-то как запрячется куда-то в коробку со своими кубиками или лампочками. Ну да, слушай. И все. Да. И ты ждешь. Так. О! О! Это я убегала просто от синего. Да, слушай, реально быстро. Ребята, забралась на кровать. А, капец, это с тумбочки на кровать. Да, только надо еще как-то на тумбочку. А, подожди, на тумбочку. Я там постоянно застревала. Не знаю. Не работает. А мне получилось с первого раза. Удивительно. Так, я вот это вот хватаю и иду в ту сторону, потому что с той стороны меня просто немножечко напугал. А тут всегда зеленый, сейчас. А тут придет. Будет сейчас зеленый, да. Нет, его нету почему-то. Да? Да. Интересно. О, синий. А. Ой, он меня увидел и даже мимо прошел. Забавно. Ой, я кого-то слышу. Это кого? Но судя по топоту, это, наверное, синий, он же громко топает. Ну, а зеленый делает чмяк, чмяк. О, господи, ладно, напугала. Это Ульяна была. Ульяна, что так топаешь? Неправда, я очень тихо топала. Я даже не топала. Так, раньше нам кормить не надо. Пока нет. Слушайте, мне кажется, нам нужно уже просто взять, выучить карту и распределить между собой, в какие комнаты, точнее, в какие места мы идем. Ну да. Чтобы реально было быстрее. Ну, это будет не очень весело, потому что ты будешь ходить всегда туда в одно и то же место, и будешь все время туда ходить. Ну да. Ну и, в общем. Вот если поделить на зоны и каждый раз ходить там в другую зону, меняться, тогда интересно. Менять зоны? Ну да. Да что ты будешь делать? Ещё нога как назло зачесалась. Так. О, одна, Ульяна, у тебя? Да. Я вообще ни одной я не нашла. Я вообще как самая бесстрашная. У меня 8 было. Ничего себе. Я тоже там прилично принесла. Я просто хожу пусто. Кстати, я сейчас была у оранжевого. Оранжевого там не было. Но был звук какого-то, как будто чавканье. Но он просто ел неподалеку. Да, выходить. Он наедался перед тем, как приходить домой. Кстати, знаете, что самое забавное? Оранжевый самый худой, но самый голодный. Да, но так обычно и всегда происходит. Ну да. Во. То есть он много ест, но при этом он стройный. Капец, слушайте, а удобно залазить так? Ну да. Ева, смотри, что есть. А. О, у меня она сегодня продается. Да. Да.
О, у меня же куплено, да. Слушайте, он такой дорогой, купец. Ну да. Ёши, там эта мини-игра продается сегодня. Коробочка. Какая? Ну, которая тебе вроде понравилась. Его она съели! Да я смотрю, вот. Вот теперь уже съели. О, ужас. Ого. Капец, ладно, я забрала твою лампочку. Блин, это грустно. А у меня были монетки, а я жива. Как раз ровно столько и оставалось. И если бы я умерла на следующей ночи, я бы уже не смогла восстановиться. Ой, здравствуйте, фиолетовый. Ну да, слушай, у меня даже часто такое бывало. Капец. Фу, блин. Так, подожди, а ты опять туда же пошла? Да. Ничему жизнь не учит, получается. Ага. Я синего нашла, вернее, он меня. Так только что его видел. Я тоже его нашел. Он там внизу. Вообще в другой стороне. А я покормила оранжевого. Чего? Фу, а я Лану испугалась. Ёши! А ты откуда, как? Куда? Да я нормально. Ты как? Я нормально. Мы же хотели легкий способ прохождения. Да, ты где вообще там ляпнулся? Ну, там, где был синий. Вы же видели синего. Да. Внизу. Странно, очень странно. Так, я пойду попробую еще раз. О, не пойду. Извините, оранжевый не будет голодный и будет выходить, потому что там стоит зеленый. Ничего себе. Мне, кстати, зеленый еще ни разу не попадался на глаза. Ого. Ой. О, господи. А мы это уже лампочки несем. Может ага, быть, да, у меня пока что одна. Мне кажется, внизу должно быть что-то. Вы все собирали внизу? У меня одна еще. Да. Я взял. Синий, проклятье. Несите по одной лампочке, это все. Так я бегу, я только что нашла. А, я тоже бегу. А, подожди, стоп, не все. Вообще-то три надо. Извините. Вот, Ёша, у меня. Ты обманщица. А ты жить будешь или нет? Я подумаю. Ёша живет, вот со мной идет. А, все. Так у тебя тоже были монетки. Да, конечно. Понятно. Так, а вот сейчас я вам покажу магию. А ну-ка. Берете, заходите в настройки и выключаете высококачественный фонарик. Нажимаете нет и ждете. А высококачественный фонарик. Господи, я в настройки Роблокса. Зашла. Так, Ева, если мы выключили фонарик, нужно ли нам брать фонарик? На самом деле, даже не нужно. Хотя, нет, нужно. Вот, вы взяли. И вас спрашивают, включить модное освещение? Вы говорите, нет, спасибо. Вот, вы всегда можете изменить эту настройку позже. И вам все видно вокруг. То есть, какое хитрое модное освещение. Да, мне тоже очень понравилось. О, такое все. Это, знаете, это как будто вы умерли и следите за кем-то. Да. Ага. Это точно. Это прям очень-очень похоже. Ну, я, короче, вот не знала об этом модном освещении и умирала в темноте. Ого. Так, у меня уже 3 батарейки. Это хитро. Ой, посмотри, у меня еще такая есть коробка, смотри. Я вот думала ее купить. Осторожно, зеленый. Я вот думала ее купить, но не знаю, насколько она крутая. Так, пойдем еще раз покажешь, я посмотрю, нужна она мне или нет. А как они нас обнимут, что ли, сейчас? Ева! Не зеленый, укусил. Ёша, уходи, там кошмар, там убийство. Как? Ева. Кошмар. О, боже мой, я аж коленки подогнула, чуть не стукнулась. Как это вообще произошло? Я случайно аж к оранжевому прибежала. А я его покормила уже. А есть батарейка у кого-то? Нет. Ой. Одна. У меня одна. А, ну все, тащи. Ага. Ага. Блин, там зеленый идет. Отвали, чел. Синий. Капец, ну это вообще, это несерьезно. У нас тут легкий мод, а они нас ловят вот так тут в коридоре, где никуда не свернуть. Решили нам усложнить. Реально просто окружили со всех сторон. Да. Я вообще, а я не слышала синего даже. То есть я шла такая спокойно, на расслабоне, а тут синий такой выруливает. Кажется, это все потому, что мы слышали слишком хорошо зеленого. Да, возможно. Ну вот, получается, вот такая вот классная штука, модное освещение. Это, когда вы его выключаете, становится еще удобнее. Потому что вот я с телефона играла, это вообще такой хард-мод был, серьезно. Я не видела зеленого, я иду такая, смотрю вперед, а он сзади меня крадется, а я крадусь в коробке. О боже. Потому что там тоже где-то был синий. Вау, это что такое? Ого. А еще как? Вот когда этот вот купила? Мне нравится праздник. Сейчас. А вы берите билетики. Кстати, смотрите, я купила в прошлый раз себе вот такую штуку. А ну-ка. О! Ха-ха. Зеленая. О! А у тебя зеленый? Да. У вас у всех зеленый, у меня только синий?
Это что такое? Я не поняла. Вот так это вот. Это некрасиво со стороны игры. Да. Блин, хотела еще раз коробку показать, а их уже заберут. О, точно-точно. Ну, я вот думаю, покупать вот эту вот лед. Или не покупать? Лёд? О, это дорого. Да, конечно. Это не покупать, значит. Вон праздник можно купить, праздник прикольный. Не, я не буду праздник брать. Да у меня их много, я хожу только с одной. А можно лопнуть шарик, Ева? Не надо, у нас легкий мод. Не надо сложности тут добавлять. Пойдемте. Куда Ёж пошел? Ёж? Да мы хотели, может, коробочку какую-нибудь взять. Нет, не надо. Ну все, нам хана. Я тоже хочу. Нам хана. Нам не хана. Мы побежали. Да не, он сейчас вернется обратно. Не, он уже не вернется обратно. Он уже не вернется, да. А, блин. Да. А, реально, он не вернется. А, тут просто двери закрыли. А, ему двери закрыли. Ребята, может быть, мы сдвинем все-таки? Да, мы пытались сдвигать, но не двигалось. А он сейчас будет обходить? А, он сквозь квадратик этого кубика идет. Я остановилась посмотреть, и кажется, зря. Ой. Я забыла, как приседать. Так, ну что, получается, мы прошли? Да. Слушайте, это очень быстро и, честно говоря, легко. Это очень быстро. Да. Ну, легко, но мы потратили немножко монеток. Это да. Ну, всякое бывает, потому что вот они любят вот так тут нас ловить неприятно. Ну, ничего не поделаешь. Ну, а на этом все. Вот вы можете пользоваться, выключать фонарик, и удивительно, но это получается лучше, чем когда он работает. Ага. А вам большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на все наши каналы, ставьте лайки, пишите комментарии, всем пока. 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 Пока.